Привет всем! Меня зовут Аня. Сегодня я хочу вам рассказать о партнерской программе AIR. Давайте разберем для начала ее преимущества. Эта партнерка входит в топ 30 крупнейших медиасетей мира. Техподдержка здесь производится и через социальные сети, и через Skype, ну и через электронную почту, причем отвечают здесь очень быстро. Распределение прибыли таково: 70% ваше и 30% берет партнерка. Если канал со временем раскручивается и становится топовым, то возможен переход на более выгодный тариф, где вы уже получаете не 70%, а 80%, а партнерка 20% соответственно. Для этого надо лишь будет написать в техподдержку. Выплаты приходят ежемесячно. Минимальный порог выплат составляет $100. Они приходят без задержек. Медиасеть выплачивает деньги через электронные платежи, через банковские карты и денежные переводы. Также партнерка постоянно рассказывает о продвижении канала, проводятся видеовстречи различные. Существует здесь трехуровневая реферальная система. Первый уровень рефералов им выплачивается 10%, второму уровню 4% от дохода системы и третьему уровню 1% от дохода системы. Если вы создали новый канал и хотите его тоже монетизировать, то можно его присоединить без подачи заявки. Теперь перейдем к требованиям к подключению к партнерской программе. На канале должно быть 3000 просмотров и 100 подписчиков. Видео должны быть вашими, без нарушений авторских прав. Канал без предупреждений от YouTube. На канале должны регулярно выпускаться новые видеоматериалы. Ну и вы должны быть совершеннолетним. После отправки заявки через сутки приходит письмо на почту. Это значит, что медиасеть познакомилась с вашим каналом и согласна на подключение его к партнерке. Вот так выглядит письмо, которое нам отправляют. Кликаем по творческой студии, здесь мы видим приглашение. Нужно отслеживать его здесь, оно может появиться не сразу. Нажимаем «Подробнее», мы принимаем условия и ставим галочку, и присоединяемся к сети. Нажимаем «Готово». Теперь мы уже подключились к партнерке, дальше мы заходим в менеджер видео. Пока мы еще наблюдаем серые бледные доллары, а нужно, чтобы они были зелеными. И тогда что мы делаем дальше? Отмечаем все видео. Дальше мы кликаем «Дополнительные действия», «Политика использования», «Монетизация во всех странах» и кликаем «Отправить». Если у вас есть видео больше 10 минут, то здесь мы выставляем время через запятую, когда можно еще во время вашего ролика поставить рекламу. Много тоже не ставьте, чтобы реклама не раздражала зрителей. Дальше вы в менеджере видео увидите, что идет обработка. Она может идти долго, смотря сколько на вашем канале видео. Если мало, то все произойдет очень быстро. После обработки доллары станут зелеными, и это значит, что монетизация подключена к данным роликам. После монетизирования ваших видео вы пишете ответное письмо. В теме письма пишите ссылку на свой канал. Текст письма такой. Вам придет письмо максимум через 2 суток. Конечно, обычно все приходит раньше. Вам вышлют ссылку личного кабинета, вы заходите в свой кабинет, заполняете информацию о себе, заполняете платежные реквизиты и, в принципе, пока все. Теперь с вас только развитие канала, наполнение его роликами. Если вас заинтересовала партнерская программа AIR, то я укажу ссылочки внизу. Спасибо за внимание, всего хорошего вам и до встречи!